начали запугивать, что-нибудь найдут у тебя, ты же знаешь, здесь все связано-повязано, то есть надавили. А ну, у меня такой человек, ну, скромный, то есть такой, не может, если на него давит, он все, в ступоре. Uh-huh. Вот, начали, ну, естественно, давай договоримся, потому что если сейчас что-то покажут, больше отдашь, права лишь, ну, лишишься туда-сюда. Ну, он такой, ну, я не знаю, что, сколько там, как, ну, как это? 80 тысяч, говорит. Он такой, ну, ладно, у меня сейчас нету. И для подтверждения, чтобы он никуда там не уехал или что, они на личный телефон, значит, записывают его. Uh-huh. Давай говори, то есть говори, что ты отказываешься, от свидетельства нет. Ну, и на личный телефон его записали, чтобы он, была у них подстраховка, что он сейчас с деньгами съедет и не вернется. Uh-huh. Ну, он там был, я что-то там говорил им, ладно, в итоге записали они, типа отказался, туда-сюда. Приезжает домой, весь никакой, садится, все случилось. Так и так, остановили, начали запугивать. Я испугался, думал, сейчас, ну, если поведут там свидетельство, реально там, может, или какие-нибудь анализы подделал, ну, мало ли что вообще, ведь что угодно может произойти, потому что я столкнулась с беспределом. Он мне все это рассказывает, говорит, 80 тысяч хотят. Они еще спросили, говорит, жена даст денег? Он такой, да, даст. Ага, я жена, если что. Угу. Он такой, и весь вообще никакой себе, я говорю, чего? Я говорю, никаких денег. Все правильно. А говорю, они... Я говорю, и я звоню адвокату знакомому, он говорит, ну это вообще, конечно, беспредел, говорит, лучше вам ФСБ, ФСБ написать, ФСБ, Следственный комитет, и говорит, сейчас, говорит, езжайте спокойно, ну оставьте заявление, а там уж что-нибудь будут делать. Ну мы с этим умыслом выходим из дома, я с телефона включаю, хотела удержаться до последнего, но тут я не могу, мне тут повезло. То есть я выхожу, я говорю, отдайте документы, мне нужно за руль сесть. А, они у него изъяли, кстати, документы на машину и права, свидетельство о регистрации. Забрали. И за ним поехали. То есть отпустили его без прав, он поехал домой, а они за ним следом, ну, с деньгами. Uh-huh. Подъехали к дому, и это, ну, мы думали, их нету рядом, ну, сейчас мы быстренько как-нибудь съездим там, ну, такси хотели, в принципе, написать. Выходим, а они стоят. Думаю, и куда мы сейчас поедем, они сейчас за нами поедут. Ну, мы испугались вообще, не поняла. Я с телефоном, я подхожу, я говорю, отдайте, говорю, документы. Мне, говорю, за руль садиться. Я говорю, на каком основании? Ну, начала там их лопами, на каком основании? Изъяли туда-сюда. Ну, они, естественно, испугались, они не поняли. Один, конечно, хотел вроде вернуть, но у меня так понесло, что он видит, что я снимаю. Успокойтесь, успокойтесь того мужа, зовет, идите сюда, не снимайте. Мы ничего не изымали, мы туда-сюда. Ну, в итоге меня понесло, я не могла остановиться. Все, он это, отказался, сейчас будем составлять. Я говорю, а почему вы здесь? Около нашего дома, туда-сюда. Ну, ладно, в итоге они составили. 12:26, час первое. Uh-huh. Все это я на камеру зафиксировала, как они там права не зачитывали, как они там все нарушали, как они там, ну, 20 минут у меня там записили, 26. Все, вручили нам, значит, отстранение. Типа мне передали машину, и этот, 12:26. Все, и уехали. Ну, что делать? За руль теперь не сядешь. Думаю, они нас здесь вновят. Ну, то есть, опасно, это Геленджик, если вы знаете. То есть, там, я не знаю, то есть, все, крест. Хоть так лишат, хоть так не лишат. Вообще, думаю, что делать? Писать на них в ФСБ, ну, поняли, да, Следственный комитет, реально, думаю, мы испугались. Мы испугались, думаю, если сейчас мы напишем, мало ли какие у них реальные связи, тут нам жизни не дадут. А мы сами вообще не местные, мы сюда приехали. Здесь проживаем просто. Мы переехали на время, uh-huh. на съемном жилье. Ой, решили, вроде ничего писать не будем, будем оспаривать. По месту перенесем по месту жительства, думаю, нам в своем городе... Может быть, полегче будет, тут предвзяты судьи как-то относятся. Думаю, может быть, в нашем суде будет, ну, по месту жительства Самарской области, там как-то сможем отбить вот эти права-то как-то. Понятые были или видеозапись они вели? Нет, не было никаких понятых, ни свидетелей, никого. Видеозапись они вели на регистраторы дозора? На свой личный телефон. То есть они не на месте происшествия стали составлять, а около нашего дома, через там несколько километров. Его остановили в одном месте. Да понятно. Смотрите, в чем сложность. Вы все усложнили.
Усложнили до безобразия. Какого, вот буду выражаться, хера ваш муж поперся и там стал с ними оформлять этот протокол? Но вы вышли поснимать, похайповать, так сказать, покошмарить этих ментов. Он какого хрена поперся? Но отпустили его, пускай радуется. Права-то у него были, у ментов. Да они с этими правами бы так, прямо скажу, обосрались бы. Они бы за вами бегали, на коленях бы умоляли, чтобы вы не писали заявление. Надо просто было из дома вызвать сотрудников полиции и нахлобычить их по полной, не балуйся, понимаете? Ну да вы понимаете, когда все это вот накапливается, все это, ну, надо же сразу сообразить. Вы их взяли за яички, и сейчас вы мне рассказываете, что вот мы боимся, вот там мы не местные. Чего боитесь-то? Ну если вы там телефоном махали, что-то снимали, так надо было дожимать их, писать заявление о том, что с вас вымогали деньги за несоставление протокола. Да, вот смотрите, я дальше-то вам рассказываю. Через какое-то время, через неделю, это было неделю назад, мы ждем, суд передадут, думаем, что-то не передают. Ладно, сегодня звонок мужу. Этот, начальник, это как там, кто там у них над этими ДПСниками? Командир полка. Звонит ему, надо встретиться вот так и так, вот давайте, куда можно подъехать. Все, у меня тут мысли, я как раз в это время вам звонила, думаю, что делать, что здесь будут предлагать или что. То есть мы встретились, я тоже там была, он предоставил документы, все, говорит, вот так и так, у вас, говорит, написано в протоколе, а мы в протоколе, кстати, написали, что мы не отказывались, значит, с места происшествия не выезжали, и уехали, нас отпустили, то есть его отпустили за деньгами. Отлично. Это вы прям в протоколе написали? Да. Супер, да. Молодцы, супер. Все, значит... Он говорит, будет расследование в Следственном комитете. Говорит, у вас протокол написано, что деньги у вас вымогали. Я говорю, да. Вот я, говорит, приехал с вас объяснение взять. Мы будем передавать в Следственный комитет. Угу. Все, мы дали объяснение. Ну, естественно, на аудио сейчас записывала. Все, нормально, адекватный этот человек. Ну, вот этот был майор. То есть, как бы, все принял с нас. Будет расследование. Я ему еще видео скинула со всеми. Вот, я говорю, что-нибудь им будет, дисциплинарка там. Да, уголовная статья за это. Вы что? Какая дисциплинарка? Уголовная статья. Ну, понимаешь, а они-то говорят другое. То есть, ну, как бы, естественно, кому будут. Я не знаю, как они будут доказывать. Они-то одно говорят, что он сам уехал. То есть, мы... Но он не мог сам уехать, послушайте меня, он не мог, они могут говорить любую глупость, то, что солнце квадратное и тому подобное. Ну да, да, да. Водитель не может от них просто так уехать, потому что это называется неисполнение законных требований сотрудника полиции. Они, знаете, что говорили? Мы гнались, говорит, за ним. Они мне говорят, я говорю, как гнались, говорят, что ж не догнали-то? Ну, я их там троллила, я говорю, что ж не догнали-то? Если они гнались, у них видеорегистратор, все фиксирует, у них в машине есть это все, они передают по рации. Ну, понятно, сейчас они будут любую ересь говорить. То есть в итоге, сейчас будет Следственный комитет все проверять, как бы мы правильно сделали, да, что в Казани там... Обязательно, смотрите, прям по горячим следам, то, что вы подали заявление, и бояться здесь ничего не надо. Надо документы забрать. Машину они не имеют права забирать. Пусть отдадут, скажу, мы с деньгами едем. Требуют, короче, гаишники деньги взятки. Сейчас я вам беру. Здравствуйте, это мой муж. Техколон. Техпаспорт отдайте, пожалуйста, мне нужно за руль сесть. Еще раз. Техпаспорт вы у моего мужа забрали. Кто забрал? Вы? Отдайте, пожалуйста, техпаспорт, мне нужно сейчас сесть за руль. Все, я вам сейчас отдам. Отдайте, пожалуйста, техпаспорт. Вы ругаться будете? Нет, я хочу свой техпаспорт получить, чтобы сесть за руль. У меня есть права, вы можете меня пробить. Отдайте, пожалуйста. Сюда подойдем еще. Что он нарушил? Сейчас, я вам покажу. Угу. На свой личный телефон? Где дозор у вас? Представьтесь, пожалуйста. Гордиенко Андрей Викторович. Угу.
Вы изъяли права у моего мужа? Нет. А где его права? Да составляю материал. Подождите, подождите, вы сейчас здесь как оказались? Мы вышли из дома. Девушка. А вы здесь как оказались? Девушка, подождите, вот еще раз, разведите сюда, пожалуйста, выключи телефон. Нет, я не выключу. Как вы здесь оказались и почему права? Девушка, еще раз объясняю, перестань. Почему права у моего мужа? Потому что он, еще раз объясняю, вез, что? Вез пассажира. Какого пассажира? Вы пассажира везли? Нет, он ничего не вез. Нет, ты ничего не вез. Ты вел, вез пассажира? Кого он вез? У вас где-то видео есть? Конечно. Какого пассажира он вез? Где протокол? Сюда, где пожалуйста. Протокол? Дядь, иди сюда. Я протокол умоляю. Где? Иди. Протокол ну, где? Вы изъяли права девушка. Незаконно? Где протокол? Я никого не взял, сейчас задам все. Отдайте права. Вы изъяли права у человека? Отдайте права. Вы протокол не, со... так, не составили. Подождите. Почему вы сразу не повезли его? Вы обвиняете его в подозрении, что он употреблял что-то? Он что-то употреблял? Вы его я подозреваете? Подождите, девушка. Так, документы показывайте. Документы показывайте, и вы тоже. Идите сюда. Документы мужчина, показывайте. Нет, вы сейчас отдадите права. Да я еще раз задаю. Права отдайте. Да отдайте права или составляйте протокол. Я составлю материал. За что вы составите? Отказ от гражданина свидетельства. Он не отказывался. Где? Идите сюда. Вы нет, это личный телефон. Так, где а я на что должен где дозор? Вы не имеете права на личный телефон записывать. Почему? Он не отказывался. Ты отказывался? Нет, скажи. Нет, он не отказывался. Едем на медосвидетельство вместе со мной. Перестаньте. На медосвидетельство мы поедем? Почему вы сразу... Вы почему его отпустили домой без прав? И забрали документы? Я еще раз объясняю. Он уехал сам. Как он уехал? Знаю, он что, скрылся с места преступления? Нет. А почему? Он уехал, мы вот приехали. Как, сюда. Подождите, как он мог уехать без прав? Вы что, его отпустили? Сюда, почему вы его не задержали? А я его задерживать не должен. А почему вы права изъяли без документов? Как без документов? Где? Где протокол изъятия? Где протоколы? Протокол изъятия. Вы почему украли права у человека? Отдайте права вас человеку. Как зовут? Подождите. Нет, Татьяна зовут. Понятно. Документы покажите. Татьяна, пожалуйста, документы покажите. Вы, я серьезно говорю, это не шутки. А я тоже еще раз объясняю, не шутки. Вы почему на месте не составили протокол? На, составе, еще раз на месте. Еще раз он как он уехал? Не Поч... знаю, как он уехал. Как он уехал? Почему вы не погоню не вот за? Сейчас я приехал за вы ним что, вы погоню сделали? Приехали. Почему в розыск не подали? Что, он скрылся с места, что ли? Ты скрывался с места? Нет. Нет, он не скрывался с места. Да ёлки, ну что это такое? Отдайте документы. Документы отдайте. Все. По-хорошему, лучше по-хорошему. Ребят, давайте по-хорошему отдадим. И мы уйдем, и все. Дайте документы. Документы отдайте. Еще раз выключи телефон. Документы отдашь, я это... Я еще раз объясняю. Выключи, пожалуйста, и свои документы. Еще раз, пожалуйста. Отдайте права. Вы не имеете права. Права будете отдавать? На каком основании изъяли права? Для составления материала. Почему сразу не составили? Составили все. Составили. Почему, почему он домой пришел без документов, приехал человек? Ну, я не знаю. Уехал. Спросите, почему уехал? Не знаю. Права отдайте. Еще раз объясняю. Я сейчас вы взятку требовали? Вы что, издеваетесь вообще надо? Почему он приехал? Все. Что он нарушил? Спросите у него. Я у вас спрашиваю. Отказ от гражданина свидетельства. Он не отказывался. Еще он согласен. Все, я в суд приду в 7 месяцев. Давайте. Вы забрали права у него? Я не забрал. Вы забрали права. Человек поехал, вот я приехал, я сейчас все отдам. Все, вообще проблем нет. Куда поехал он без прав? Не знаю, куда он, как он мог поехал. Как он мог поехать? Без... Как он мог поехать без прав? Вот, каким поэтому... делам без прав он поехал? Я не знаю, куда он уехал. Стоял, сел и уехал. Да, конечно. Документы показывайте. Хорошо, сейчас покажу, да. Подождите. Показывайте. Медосвидетельство вместе со мной он будет проходить, я его защитник. Еще раз объясняю. Я вам сейчас все отдам, а вы уже что хотите, то и делаете. Правильно, вам сейчас передадим управление, проблем нет вообще. Я его защитник. Скажи, что я твой защитник. Да. Мешать, ваши документы. Ваши документы. Как вы здесь оказались вообще? Пожалуйста, вы составьте мешаете, на меня протокол. На меня можете составить. Давайте, кто-нибудь. На меня составляйте. Как вы оказались около дома нашего, где мы живем? Я же вам уже объяснил. Отойди, пожалуйста, прежде сядьте. Где видео у вас? С водителем. Там тоже он включил телефон. Ваши документы. Вот там вот он документы ваши. 23.04.43. Вы меня не провоцируйте.
Представьтесь. Отказываетесь представиться? Вместе с ним. Вот, отказываетесь представиться? Сколько вам угодно. Отказываетесь представиться? Я вам уже сказал. Отказываетесь представиться? Я вам уже называл. Все, отказался. Вот, вымогали деньги, 06.17. А за это можно и... Можно. Можно, конечно. Конечно. Будете представляться? Я вам уже представлял. Нет, вы не представлялись. Да, документы покажите. Я вам уже представлял. Документы покажите. Да, вы перестаньте меня провоцировать, девушка. Удостоверение. Девушка, удостоверение. Меня провоцировать, еще раз вам говорю. На что? Вы провоцируемый? Ну, вы пытаетесь... Вы провоцируемый? Вы неуравновешенный? Это вы неуравновешенный. Вы провоцируемый? Вы пытаетесь конфликт создать. Документы покажите. Вы пытаетесь конфликт создать? Документы. Я прошу просто документы. Какие документы? Ваши документы. Я вам уже представлялся. Ваши документы. Уже показывал вам документы. Когда? Сегодня, наверное. Сегодня? Ну, сегодня. Мы с вами виделись? Ну, мы же с вами видимся. Документы предъявите, вы не показывали. Документы ваши. Удостоверение. Девушка, какие документы? Удостоверение. Какие документы? Удостоверение покажите. Какое удостоверение? Девушка. Ваше удостоверение. У вас будет время на обжалование. 10 дней. Обжалуйте. Кому? Суду? Кому? Суду? Суду, ваше, да. Я суду. Буду на вас лично на жалобу. Меня напишите, да. Ну, я и должна на меня... кого-то писать. Ну, найдут по значку. Отказывайтесь. Данные, да. Отказывайтесь, все, понятно. Да. Отказался. Значок есть, протокол есть. Отказался. Сейчас будет, жалоба. Будет жалоба, конечно. С другой стороны обойдите тоже, разумеете, что-то Развести хотели? Не получилось? Вот именно. Никак, не прокатило, да? Не получилось. И не получится. Не получится. Не получится. Да я знаю, что не получится. Не конечно, не конечно, вы здесь вы все повязаны. Не провоцируйте. Повязаны, перевязаны вы все. Меня, увидели номера, что ли, не ваши? На конфликт провоцируйте. Все, нужно что, останавливать? На конфликт провоцируйте. На какой конфликт? Я не знаю, зачем вы, для чего вы? Но вы не должны провоцироваться, у вас служба не позволяет это делать. А вы же пытаетесь. Я не пытаюсь, я с вами просто разговариваю. Вы даже не представились. Вы же провоцируете меня. Вы же пытаетесь. Зачем я вас буду провоцировать? Я не знаю, зачем. Я провоцирую вас на закон. Отойдите в сторону. На соблюдение закона я вас провоцирую. Говорю, со стороны. Зачем вы? Будете в Ютубе. Да, на провоцируете. Да, да. Есть, не переживайте. Вы что, первая такая? Да. И дальше пойдет. И дальше пойдет, да. Ничего страшного. В Краснодар поеду и с этим видео. И в Москву. Ничего страшного. И в Москву отправлю. Вот. Все правильно. Все правильно. А то смотри, что тут устроили свое государство. Совершенно верно. Совершенно верно, конечно. Дай телефон. Набери 208-861. Гнались они. Если бы хотели догнать, догнали. Чего ж у вас тут? Так служба-то плохо работает, что не догнали-то. Ты а? Продолжаете, да? Продолжаете? Провоцировать? Не получилось, да, заработать? Заработать не получилось. Не получилось провоцировать, да? Не получится. Не получится, конечно. Права изымать будете? Протоколом изъятия? Права изымать, суд, если вы не знаете. Права вернете сейчас? Вот, конечно, вернем. Юристу позвоните и проконсультируйте. 10%. Почему забрали документы на машину? Я не забирал документы. Документы на машину почему забрали? Я не забирал. Составляется материал, потому что. Почему сразу не составили на месте? Уехал человек. Как мог он уехать? Я не знаю, как он уехал. Откуда? С какой улицы уехал? С федеральной дороги. Почему там не остановили его? Во что? Уехал, как уехал? Почему не догнали, не остановили его? Догнали, остановили. Где? Около дома? Конечно. Около дома догнали? Около дома А догнали. Там не могли догнать? Не могли. И почему не могли? Потому что быстро ездит. Быстро ездит? Быстро ездит. Да, конечно. Скрылся с места, да? Скрылся. Да. Прям... прям скрылся, да. Сел. Утверждаете это? Сел, уехал. Утверждаете, конечно, да? Конечно. Хорошо. Mm-hmm.
Почему составлять протокол не человеком, а в машине? Да. Вообще-то он должен составлять что вместе с человеком. Ну, пожалуйста, не отвлекайте. Разговаривайте со мной. Не отвлекайте. Но он же составляет. Ну, естественно, он составляет. Но он должен составлять вместе с ним. Вдруг он должен составлять вместе с ним. Потому что так это, такой процесс идет. Нет, так административная процедура говорит. Не в машине он должен составлять? Нет, а рядом с ним. В машине там видеокамера, под видеокамеру составляют. А до этого почему видеокамеры не было? Была видеокамера. Как гнались, покажете? Была видеокамера. Суду предоставить, как гнались. Обязательно, все предоставить. Обязательно. Самое главное, вот. Все, мы будем истребовать ваши реги... Нет, личный телефон ваш ничего не значит. Мы будем изымать камеру на машине. Мы будем ходатайствовать, изымать камеру. И она у вас выключенная была. В машине выключена была камера? Не надо мне тыкать. А? Камера включена была у вас? Вот мы будем вызывать в суде. Ну, если хватит вас здоровья, вы извините. Конечно, хватит. Не мы будем, адвокат будет изымать. Ну, адвокат, конечно. Конечно, все изымем, все камеры изымем. Все заберете. Все заберем. Все на суде будете предоставлять. Как он скрывался, как он уезжал, как он отказывался на вашу камеру. Не на ваш личный телефон. Нет, ваш личный телефон не зарегистрирован в МВД. Вы не имеете права. Законом такое не при... Вот для вас и смотрите потом вечером. Вот, с женой посмотрите. Нет, для суда это ничего не значит. Для суда это ничего не значит. Нет. Нет. Зачем мы будем перекараться с вами? Вот посмотрим, что суд скажет. Конечно. Заработать захотели. Вымогали деньги. Аккуратнее со словами. У нас тоже записано на аудио. На аудио. Вот и предоставим. Вот и предоставим. Конечно. Другой орган предоставим, не в суд. Да, уж и в курсе, что пуганые. Конечно. Ну, что-то там пишут. Документы на машину изъяли. Угу. Дай сигарету. Нет. Чего? Нет. Запомнили машинку, да? Я теперь буду за рулем ездить. Меня будете шмонать. Запомнили? Тут город-то маленький. Конечно, запомните. Обязательно будете останавливать. На каждом перекрестке. Да. Будете останавливать меня. А он что-то нарушил, вы его остановили? Что нарушил? Нет. Прежде чем остановить, что он нарушил? Что он нарушил? Вы за что его остановили вообще? Спросите у него. Я у вас спрашиваю. Я у вас спрашиваю. За что вы его остановили? Он нарушил что-то? Ты нарушил что-то? Тебя остановили? Не нарушал он ничего, он сказал. Он сказал, что он не нарушал. Угу. Никто вас не провоцирует. А потому что вы запугали человека. А что, он пуганный, что ли? Да, пуганный. Запугали человека. Как он ездит, а людей возит, таксует? Не таксует он. Он сказал, что он таксует. Мало что он сказал. А, так вы ему не верите, что ли? Верю. А я должна вам верить? Да не надо нам верить. Да, ну и все. Ну и все. Припираетесь, стоите со мной. Уважительно к гражданам относитесь. Уважительно всегда относитесь. Незаметно. Провокацию тут. Вот именно, провоцируетесь. Провоцируетесь. Нет, не провоцируйте.
Что-то там пишут. Изъяли документы, ты смотри, чего, а? Вот это да. Угу. Где камера-то у вас? А где видеорегистратор, кстати? Что-то не вижу я у вас. Ты в машину садился? Вот дозор. Вот этот дозор должен был писать. Посмотрим, что он там записал. Стрели там сигаретку кого-нибудь. Некрасиво поступаете вообще, очень даже некрасиво. Очень некрасиво. Вы же знаете все. Вы очень подло поступаете. С моей стороны только идет защита. А с вашей вы сами знаете, что идет. Вы привыкли так жить. По-другому-то вы, наверное, не можете. Зарплату мало вам платят, что ли? Хватает. Хватает? Да. А что ж тогда взятки-то берете? Поделиться с вами. Поделитесь. Поделитесь. 80 тысяч. 80? Да. Поделитесь. Отойдет, чтобы отмазываться от гаишников. Да. Да. За что отмазываться? Нет. Нет за что отмазываться. А даже если было бы за что. Ну хочу отмазаться. Дайте 80 тысяч. Ну, вы сказали, поможете. Нет, вы сказали, поможете. Устройтесь на работу. Я работаю. Поможете? Дайте 80 тысяч долг. Долг вам дать? Да, в долг дайте. 20-го придет зарплата, там, конечно. Буду ждать. Да. Придете. Хорошо. Куда приходить? Десантная 21. На работу к вам. Конечно. Там дадите мне, да? Конечно. Ну, в долг. Под расписку. Взаймы, да? Взаймы. Да. А процент? Нет, без процентов. Процент? Слабо? Без процентов дать мне. Опять дать, спровоцировать? Нет, просто спрашиваю. А зачем? Слабо, не слабо. Это что? Ну дадите без процентов мне для в долг. Это? Мне в долг дадите. Нет, так а для чего это? Слабо? Мне нужно 80 тысяч срочно. Нет, так а для чего это? Слабо. Да, прекращай, вы на базар. А что вы провоцируетесь-то? Я не провоцирую, вы же пытаетесь. А вы пытаетесь провоцироваться, да? Да, да, да. Я не первый это. Ну что, дашь мне денег в долг? А, уже дашь, да? Угу. Не, уважение пропало. Пропало? А оно было? Не было. Вот именно. Просто старалась как бы на вы еще разговаривать. Как оно может пропасть, если его не было? Старалась как бы еще на вы разговаривать. Плохо старались. Угу. Ну, пусть посмотрят на тебя родственники твои. Пусть посмотрят, да. Пусть. Пусть посмотрят. Дети, жена, родственники все. Да. Вот пусть посмотрят. Пусть посмотрят. Расстроится, наверное. Навряд. За вас. Ну что, денег домой не принес? Расстроится? За вас. За вас. Денежку не принес. За вас только расстроится. За меня расстроится. А за меня-то что расстраиваться? Ну что, может, память закончится? Вот. Не, не закончится. Не закончится. Ну, самое главное, чтобы была память не закончится. Угу. Дай мне сигарету. Долго пишут. Нормально пишут. Ой, ой.
Поймали злостного, да? Получается, да. Передал пришлось гонять. Да ты чё? Какой молодец. Не догнал. Чё ж у вас такие машины-то? А, подожди-ка. Это ты чё? Это ты чё на этой, господи, Шкода, по-моему? М? Шкода, Октавия. Не смог Реношку догнать. Ламборгини. А? Ламборгини. На Шкоде не смог догнать. А чё ж так плохо-то обучают вас, погони-то? Не нарушают ПДД. Гнался и не догнал. Нельзя нарушать ПДД. Какой ПДД? Обыкновенное. Ну что нарушил-то? Так кто? И не сказал. Кто нарушил? А кто нарушил? Нельзя нарушать ПДД. А кто нарушил-то? Водитель ваш нарушил. Что нарушил-то? Отказался от прохождения свидетельства. Это нарушение? Конечно, нарушение. Он не отказался, он испугался просто. Он вас испугался, да. А что нас пугаться? Вы же почему нас не пугаете? Да я просто не пугливая, а он пугливый. Ну, а как он ездит пугливый? Там. Ну, вот так вот. Боится вас. А я не боюсь. А я не боюсь. Ну, вот. Теперь не будет ездить. Я буду ездить. Ездить не переживай. Будет. А мне что переживать? Ну, переживаешь, вообще смотрю. Не переживаю. Можете ездить, ездить. Есть водительское удостоверение, ездить. Проверишь, остановишь, проверишь. Обязательно. Обязательно. Я прям сейчас тронусь и остановишь. Зачем? Прикопаешься. Вам так хочется. Что-нибудь я нарушил. Вам так хочется. Придумаешь что-нибудь. Вам так хочется. Хочется. Ну, если хочется, то будут останавливать. На Шкоде не могли догнать. На Шкоде не могли догнать. Да. Угу. Если бы не могли, то уехал бы, а так, видите, да, конечно, да. Бойцы-то какие, а? Молодцы. Молодцы. Дальше работайте. Вы же работаете, вы же не служите. Против страны. Самому-то не стыдно? Давайте за политику еще поговорим. А? Не стыдно самому-то? За вас. За себя. Он на телефоне. Вы долг там составлять будете, товарищ? По связи начали звонить. Угу. Прикрывают вас тут, да? Крыша есть, да? Товарищ, гражданин. Нет, я хочу знать, что он там пишет. Пишет материал, говорю, не отвлекай. А почему не при нас составляете? Для чего отвлекать? Почему вы в машине составляете? Девушка, у вас водительская есть? У меня есть. Перестаньте ругаться. У меня есть. А почему до сих пор не... А почему вы до сих пор не показали удостоверение? Вы скрываетесь? Ну, покажите удостоверение, я хочу ваше... Вы не принесите, пожалуйста, ваше водительское, дайте мне, он пришел. А меня за что? Я нарушила? Вам надо передать или на штрафстоянку поставить машину? Мне надо передать. Все, давайте сюда водительское ваше. Я покажу своих рук, что у меня есть водительское. Смотрите. Ну, а для чего... Так, подождите. Гордиенко Андрей Викторович. До 15 июля 25-го. Да, нет, действующее, перестаньте. Нет, мои права вам зачем? Передать управление, вы меня слышите? Не, машина стоит, она никуда не передать двигается. Передать управление, я сейчас на штрафстоянку поставлю. На каком основании? Ну, потому что человек отказался перед меня досвидетельствовать. Тут да при чем здесь это? Вот мои права. Давайте сюда запишу. Нет. Что за тир? А вы будете кто? Подписывать или нет? А что я должна подписывать? Еще раз. А на каком основании вы на штрафстоянку? За отказ от прохождения медосвидетельствования. В каком смысле? Это не предусматривает. Вы что, серьезно? Да. Ну, ну вот, вам, вот мои права. Запишем. Вы что там пишете, скажите? Пишите что? Протокол пишу. По поводу? За отказ от режима свидетельства. А я-то при чем да здесь? Да вы нет, я вам передаю управление, вы меня слышите? Давайте, пишите. Постоянно не ставите, вы не слышите, да? Ну, честно, вообще, реально, не слышите нас, да? Удостоверение так, вы показали, а вы будете показывать? Так отказываете до сих пор? Ладно, хорошо. Ваш коллега поумнее. Да покажи удостоверение, да что? Он, наверное, боится, скрывается. Это ж машина на вас, правильно, девушка? На дочку мою. Не надо так близко-то. Нет, ну так вы же заснимаете. Нет. Нельзя заснимать. Я не заснимаю, я хочу почитать. Бошка Андрей.
Башко. Башко Андрей Анатольевич. До какого? До какого? Нет, до какого? Башко. До 24-го. Кстати, это, страховку принесите. Есть страховка? В электронном виде. Покажите. Вы там вписаны? Есть. Вписано, да. Покажите, дайте, я запишу страховку. Она в машине страховка в электронном виде? Все, не нужны больше права? Ну да. Сейчас страховку запишу. Озвучивать будет, что написали? Да, сейчас все озвучу. Угу. Так, вы официально работаете вообще? Нет. Так. Это у нас Егория, да? Угу. А что вы сейчас не фиксируете на вашу камеру? Пусть фиксируете, для чего? Повтор. Я для себя фиксирую. Ну так и я для себя фиксирую. Ну а что вы на свой телефон не фиксируете? Для чего? Еще раз объясняю. Там в судебном порядке требуют видеозапись. Да. Там со своих телефонов все там как бы проблем нету, понимаете? Я не знаю, где там вы слышали это. Слышала. Проблем нет. Так, смотрите. Он не зарегистрирован в ВВД. А? Не, ну ладно, давайте читайте, что там написали. Так, смотрите, составлен административный материал, еще раз объясняю, вы самовольно уехали с трассы. Да он уезжал самовольно? Я с этим не согласен. Ну, это уже ваше право, еще раз объясняю. Вы отказались от прохождения сначала с помощью алкотестера, затем в медучреждении пройти освидетельство. Ты отказывался? Нет. Есть видео, это... еще раз объясняю, вам включить. Не надо включать. Все, да, это ваше право. Смотрите, еще раз объясняю. Под каким принуждением? Под принуждением, вот говорят, по принуждению. Смотрите, это все в судебном порядке. В судебном порядке. Сразу. Это ругаться тут вообще смысла нет. Мы не будем с вами ругаться. Под пистолетом никто никого не заставляет. Ну, я не знаю. Понимаете, все, это называется увод от административной ответственности. Пытаемся, понимаете, уйти. Все. Составили никто материал по статье 12.26, часть 1. Отказ от принуждения свидетельства. Вы будете объяснение писать? Да, конечно. Пишите вот здесь объяснение. Почему? Пиши, не отказывался. Еще раз объясни. Пиши. Он имеет право писать пиши, что угодно. Пиши. Да. От медосвидетельствования не отказывался. В течение месяца на полтора в суд вызвал Геленджик. Будете объяснять, почему. Отказались, не отказались. Будет принимать решение судья. Не отказывался. Место правонарушения не покидал. Пиши место. Запятая. Почему же мы здесь оказались? Не знают. А как это получается? Как вы здесь оказались? Не знаю. Ну у вас там на видео. Ну у вас на видеорегистраторе же. У вас же на видеорегистраторе записано? Ну все, мы изымем, посмотрим. Давайте, все. Ваша правда. Что написал? Да подожди. Так, от медосвидетельства не отказывался. Место происшествия не покидал. Не покидал? Пиши дальше потом. Не покидал, написал? Да подожди ты. Ну, не покидал, запятая. Права изъяли без протокола. Да никто не изъял, а вы пишете. Это мы пишем свое, вы написали свое. Я в суде разберутся. Права изъяли без протокола. Реально стану, честно. Отпустили. За деньгами. Я еще раз объясняю. Пиши. Уехал, отпустили, отпустили. За деньгами.
Значит, надо вызывать ответственность. Надо вызывать, да, надо опять. Нет, ну в суде-то разберутся. Не, ну вы что же должны, не просто так, понимаете, а клевета уже. Все записывать и вопросы... Ну у вас же есть... Покажите вопросы... У вас же есть видеорегистратор? У вас регистратор есть? Еще раз объясню. Кстати, покажите. Я вам тоже объясняю, это не шутки. Покажите регистратор. Регистратор покажите. Я вам ничего не покажу. А почему? У меня нету тут возможности такой. Поехали, покажете. Еще раз объясняю. Ну, в суде, значит, посмотрим. Ну, все. Все, точка. Все. Перестань. Расписывайся. Расписывайся. Все. Так, смотрите, есть, дальше. Подпись в суд надо будет. Подожди, подожди, что там написано? Геленджик по вызову, да, да. Геленджик по вызову. Придете, да? Мировой суд. Да, придем, конечно. Все. Дальше. Так, вот здесь подпись, да. Подожди. Это что написано? Сотовый. Это мой. Телефон подписывает. Дальше. Так, ну здесь уже по желанию статья 51 разъяснена. Пиши, можете... статья, пиши, права я не разъяснены. Подождите, я права не, буду, пиши, права не, а что? Я буду читать вам. Вы еще не разъяснили права, вы составили. Вы составили протокол. Подождите, еще раз, да перестаньте вы где-то. Вы не разъяснили права. Что вы объясняете? Подожди. Переставайте. Перед составлением. Голову, пожалуйста, не надо садиться. Перестань. Перед составлением. Он имеет право писать. Но это уже не считается. Административного правонарушения. Не подписывай. Ведется производство в праве знакомиться со всеми материалами, делать хорошо. Скажи, что хочешь знакомиться. Заявлять ходатайство, отводы пользователя. Понятно? Мы знакомиться хотим. Статья 51, это против себя. Да. Свидетельство. Ознакомьтесь со всеми материалами дела. Еще раз объясняю. Что все? Ознакомьтесь со всеми материалами дела. Есть подпись. Не ставь подпись. Подпись, подожди, не ставь. Почитай, блин. Что, реально, права не разъяснены. Я разъяснил, читал, сейчас на видео будут потом спрашивать. Вы составили? Вы составили. Я говорю, разъясняю вам. Перед тем, как составлять, вы должны были разъяснить. Пиши, не разъяснили. Права не разъяснили. Пиши, права не разъяснили. Материалами будете знакомиться? Знакомить нас? Все уже вот зазнакомлено. Все. Где? Отстранили от там. Подождите, с материалами будете нас знакомить? Все, девушка, переставайте. Отказываетесь, да, с материалами знакомить? Не разъяснили, все. То же самое. 25.6. Вот. Нет, видеозапись мне ваша не нужна. Мне нужна с видеорегистратора запись. Предъявите, пожалуйста, с видеорегистратора запись. Вы отказываетесь с видеорегистратора? Подожди-ка. Подожди-ка. Читай тут, что написано. Вы будете знакомить нас с материалами дела? Включите, пожалуйста. Отказываетесь знакомить с материалами дела? С видеозаписью? Уже еще раз, вам показать видеозапись? Да. Нет, нам показать, где вы гнали. Вашу видеозапись. Вашу видеозапись. Вот здесь поставьте, то, что вам машину передаем. Дай ручку здесь. Вашу видеозапись. Здесь подпись поставьте. Где написано? Передал управление, смотрите, внимание. Так, передал? Да, вот здесь подпись так. ТС передана. Все. Вам, да. Мне передана. Все, давайте смотри. Документы. Все. Нам давайте этот. Это передача, да? Да. Это передача. Это я вам, чтобы, да, машину вам передали. Так, протокол. Все, протокол. Смотрите, мужчина сегодня ехать не имеет права. Он, понятно? Не поедет никуда. Пожалуйста, контролируйте. С видеозаписью отказались, все. Да? Перестань. До свидания. Поехали.